здесь базируется у нас первая оперативная рота. Ну, о чем я отвечаю? Практически все роты типовые. Вот это само расположение, оно у нас здесь предназначено для того, чтобы сотрудники могли прибыть на службу, комфортно переодеться. Здесь есть сушилки. Но они расположены в этом здании? Две казармы. Столовая, где можно принять пищу. Вот это вот комната для хранения спецсредств. Здесь они экипируются. Есть все необходимое для выполнения боевых задач. Здесь у нас спальное расположение, то есть такие условия. Весь отряд может перейти на казарменный режим и здесь находиться, если есть такая необходимость. Конечно, хватает. Расположения все типовые. Сотрудники прибывают сюда в гражданской форме одежды, переодеваются и несут службу, исходя из тех задач, которые поступают. Вот такие вот тренажеры в каждой роте находятся. Спортуголки их оборудовали, потому что другого нет, что добрый была день, возможность коллегам. Ну, построим мы спортзал, и хорошие тренажеры будут. Это, в этом можете не сомневаться. Это наша комната боевой славы. Наш отряд, именно Минский ОМОН, он один из 19 отрядов, которые были созданы в 1988 году. В Советском Союзе. В Советском Союзе, да. И подчинение было, естественно, союзное. Вообще отряд проводил достаточно серьезную работу по подготовке кадров, в том числе иностранных кадров. У нас обучались, приезжали иностранные специалисты. Мы готовили несколько групп, причем достаточно на хорошем уровне. То есть подразделение ценилось и ценится.